соответственно, на своем канале. И сегодня у нас будет тесты и обзор на нож от фирмы Браза F001. Кто хочет узнать ТТХ, они есть в распаковке данного ножа на канале, и будет ссылочка в описании. Скажу кратенько, что здесь 440-я сталька. И оговорка была при распаковке, я сказал G10, здесь у нас ми-карта. Вот, ну вот такой вот нож. Ножны у него с тек-локом. Открывается вот так, можно переставлять, как вам удобно. И защелкивается. Ножны кайтекс. Ну, поехали. Thank you.
Итак, подведем итоги. Нож Brother 007. В принципе, 440-я сталька нормальная. Никаких заминов, никаких проблем не было. Небольшой тест мы провели. Единственное, что рубить им не очень удобно. Он совсем такой небольшой, скажем так. Вот. Но, в принципе, нож хорошо сделан. Это я уже говорил в своей распаковочке. Ну и сталька, в принципе, порадовала. Есть у нас еще один Браза 004, там сталька D2. Его попробуем нагрузить побольше. Сегодня так получилось, что у нас камера удаляла ролики, и пришлось несколько дублей делать. Вот, ну на этом заканчиваю. Напомню, что здесь Микарта, здесь 440-я Си-сталь. Вот, ссылочки на данный нож будут в описании, как и его распаковочка. Там вы узнаете ТТХ и все остальное. Всем спасибо, до новых встреч, пока.